Тангиле находится. Елки, правильно? В Тангиле она находится. Ну, ветки пихты, одна пихточка и одна елочка. Срубленные. Ну, в районе, будем говорить, стрельбище. В охранной зоне 26 стволовой и 315. Те, которые должны, охранные зоны должны защищаться. Потому что это безопасность людей и, во-первых, во-вторых, это надежность электроснабжения объекта. Документов на данную группу сейчас у вас нет. Документов как таковых для охранных зон никогда не даются. Можете поинтересоваться. На основании же правил устройства. Ну да, документов нет, правильно? Есть правила, по содержанию. Ну да, на документы, при себе документов нет. Нет. Подтверждающие это ваши действия. Это не так, никакой документ. Есть правила охраны электрических сетей. Правила охраны. Вот у вас правила. Есть наряд на выполнение работ? Наряд. Если вы говорите о правилах. А наряд, зачем наряд? Электрические наряды выдаются, если вы... Хорошо, с какой наряд? Целью были срублены елки? Ну, для того, чтобы... Ну, обезопасить, конечно, не совсем. Там должно было вырубаться все. Мы поехали с осмотром, ну и вот... Угу. А какая высота елки будет нести угрозу электропередачи, о которой вы говорите? Тросики должны содержаться в порядке, то есть вырублено полностью, независимо от того, от высоты, полностью. Хорошо, елка высоты какой срублена вами? Где-то 1.5 метра, может быть, до 2 метра. А пихта? Елка даже меньше, елка, наверное, где-то... Я не знаю, но вот пихта, вот кузов, он 2-метровый, и она вот в кузове помещается. До 2 метра. Вот пихта еще, ой, елка еще меньше. А договор на выполнение этих работ у вас есть? Договор как таковой, я говорю, что нет. Хорошо, вы где работаете? Региональная сетевая контракт. О, региональная сетевая контракт.